И здравствуйте, мои дорогие ребята, всем прекрасного дня, и мы сегодня с вами продолжаем нашу замечательную абсолютно серию ответов на ваши вопросы, и сегодня мы поговорим о том, как провести профилактику герпеса, ну и в этом случае других вирусных мерзопакостных заболеваний. Поехали! Что такое вирусы? Ребята, вирус — это кусочек генетического кода, который путешествует в вашем кровотоке и находится в нем, как ни странно и не страшно, до конца вашей жизни. Вирус, путешествуя по кровотоку, ждет своего часа. Это, подчеркиваю, генетический код, который при малейшей возможности прикрепляется к клеткам вашего кровотока и начинает размножаться. Что сдерживает вирус? Вирус в первую очередь, и в этом случае герпес, сдерживает ваш иммунитет. И как только иммунитет начинает сбоить, а сейчас мы об этом поговорим более подробно, сразу вылетает герпес. Вы же знаете, переохлаждение, нервы, болезни, сразу герпес. Поэтому, ребята, топ-5 способов избавиться от возникновения герпеса впредь в вашей жизни. Разбираемся. Первый момент, ребята. Все, что нас интересует, это работа с нервами. Нервы, стрессы, как реагировать и не давать воли эмоциям. Иммунитет страдает от того, что мы находимся в пролонгированном стрессе. Все, что создает испуг, все, что создает тревогу, возбуждает иммунную систему. Иммунная система пролонгированный, длительный час, находясь в состоянии возбуждения, ослабевает. И тогда вступает в силу наш герпес. Ну и не только герпес, а вся та нечисть, которая ждет своего часа. Поэтому не давать воли эмоциям и всегда держать себя в руках. Ребята, пункт номер 2. Важнейшая часть – это витамины, которые являются основополагающими строительными блоками вашей иммунной системы, вашей центральной нервной системы. Ребята, это витамины группы В, С и Д. Обязательно следить за полноценностью вашего питания, для того, чтобы эти витамины приходили. Их недостаток ведет к разрушению иммунитета, понижению количества лейкоцитов, и затем нечисть опять начинает лезть. Поэтому сбалансированное питание и при необходимости дополнительный прием этих биологически доступных витаминов. Не просто в супермаркете купленных, это очень важно. Ребята, дорогие мои, от всего сердца приглашаю вас, присоединяйтесь к моему мощнейшему проекту ПГ-марафон. Что такое ПГ-марафон? Это невероятный 21-дневный проект, в котором мы работаем над своим здоровьем, долголетием, избавляемся от лишних килограмм, мотивируемся, учимся готовить и тренируемся, все вместе. Общение и мотивация – это главная наша цель. Смело и уверенно раскликивайте описание этого видео, и там вы найдете инструкции, как присоединиться к нашим рядам. Спасибо. Пункт номер 3. Вы можете спросить, почему медитация и дыхательная гимнастика мне поможет избавиться от герпеса? Потому что, ребята, медитация и дыхательная гимнастика и работа со своим сознанием, в первую очередь, успокаивает вашу центральную нервную систему и приводит ваш иммунитет в состояние покоя. Нет состояния вытянутой руки, постоянно держу пистолет на взводе. Это то, как ваша центральная нервная система работает, когда вы в стрессе. Вот так. И потом, когда приходит вирус, который нужно застрелить, у вас уже рука устала, вы уже не можете. Вот это, ребята, то, что происходит с нашим организмом. Поэтому, пожалуйста, покой очень важен. 4-й пункт. Меньше сахара и больше живых продуктов. Вы же знаете, что сахар вызывает воспалительные процессы в организме. Для нейтрализации сахара организм выделяет такое количество инсулина, ваша иммунная система возбуждается сразу, потому что сахар – это чужеродный организм. Сахар воспринимается нашей иммунной системой точно так же, как любой вирус. Только он очень быстро пришел, очень быстро ушел, и это сразу возбуждает. И лейкоциты должны защищаться. И когда у вас есть активный герпес, вы еще наедитесь сахара, и если вы еще будете нервничать, и еще один момент, связанный с физиологическими раздражениями, то есть переохлаждение. Вышел на улицу без шапки, вышел на улицу в холод, искупался в проруби, попал под дождь, где-то что-то произошло, человек может сходить в тренажерный зал. И это уже вызовет достаточный стресс для того, чтобы герпес начал лезть. Поэтому, ребята, вы должны следить за здоровьем вашего иммунитета в первую очередь. И тогда герпесу не будет места. Ну и, конечно же, 5-й пункт, я о нем уже начал говорить, это активность. Если вы человек, который не имеет много активности в вашей жизни, ни в коем случае для укрепления иммунитета и профилактики герпеса, не начинайте прям сразу браться и начинать там бегать. Бег – это абсолютно лишнее. Сконцентрируйтесь на том, чтобы выполнять каждый день 10 000 шагов за сутки. Этого будет достаточно. Договорились?
Ребята, подводим черту. Нервы и стрессы. Витамины В, С и Д. Медитация, дыхательная гимнастика. Меньше сахара и больше живых продуктов, которые и дают нам возможность получить эти биологически доступные витамины. И пятое – это ваша активность. То, что укрепляет и делает нас сильнее. Следите за своим здоровьем. Не нужно залечивать симптомы. Нужно смотреть в корень. Спасибо вам огромное, мои дорогие. Жду вас в следующем видео. Обязательно нажимайте лайк, подписывайтесь и, если есть возможность, звоночек, потому что каждое видео должно давать вам оповещение, чтобы вы получили информацию и оружие, как становиться здоровее и делать это вместе. Пока!